В автопарке «Ухтаспецавтодора» на сегодня около 60 машин. Новую технику закупают почти ежегодно, но такое масштабное пополнение наблюдалось лишь 5 лет назад. Появилось 2 погрузчика, один «Амкадор» и маленький погрузчик «Ан-1000». 2 КДМки, нормальные машины, мощные, против наших «Зилов» бывших, старых. Это более эффективные, более мощные, более надежные. Любая новая техника – подспорье в ежедневном поддержании чистоты. Ежедневно на уборке, поливе и мелком ремонте задействовано около 30 единиц. Но особенно ценны КДМ – комбинированные дорожные машины, с помощью которых в зимнее время чистят от снега и посыпают реагентными смесями, а летом поливают и подметают. Аббревиатура ПУМ расшифровывается как поливально-уборочная машина. Но помимо полива эта техника способна подметать, а также работать как пылесос, то есть стягивать мусор. Работать на одних машинах теперь можно и летом, и зимой. Это главное отличие от предыдущих моделей. За счет своей тяжести и мощности современные машины лучше сгребают и убирают снег, благодаря чему можно свести к минимуму применение грейдеров, а значит и повреждение полотна. Есть и другие преимущества. К примеру, распылители воды. С их помощью вода под напором направляется вертикально и более эффективно промывает поверхность. А еще объем цистерны для воды сокращает топливные временные затраты. Впрочем, несмотря на преимущества новых машин, старые остаются в ходу. При бережном использовании они могут служить долго и полностью выполнять свои функции. Так что от дефицита спецтехники Ухта теперь застрахована круглый год. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал «Юрган», Ухта.